Сейчас нам выдают, значит, якобы ответ, который датирован 18 апреля, то есть спустя 2 недели. Ну, однозначно, что это составлено задним числом. Здравствуйте. Есть тут кто-то главный, старший? Здесь все равные, так не бывает. У нас с 26 марта у нас было подано 5 уведомлений на проведение различных публичных мероприятий, ни одно из которых не было согласовано. Впоследствии мы все прекрасно знаем, что получилось. Вышло более 3000 человек в Саратове, которые, в общем-то, как по мнению администрации, провели незаконное публичное мероприятие. Да? С тех пор мы подали, ну, различные активисты, различные наши сторонники, соратники подали более 25 уведомлений, я посчитал. То есть, если с тех пор мы посчитаем количество дней, то можем легко понять, что мы подаем одно уведомление практически раз в 2 дня, да, и получили 25 отказов. Я сейчас сформирую обязательно рабочую группу из членов палаты. Мы поизучаем эту тему. Круглый стол, его нечего проводить, потому что это не вопрос. Уважаемые коллеги, давайте послушаем. Вы можете считать что угодно, понимаете? В ближайшую неделю я этот вопрос обязательно проговорю с руководством города, с участием общественной палаты города. Проговорим. Я думаю, найдем какой-то... Пригласите нас. Пригласите, пожалуйста, в нашем участии. Подождите, так не бывает. Да, подождите, может быть, вообще ваше участие не понадобится, и вопрос будет... Члены Совета Общественной Палаты проголосовали не выносить обозначенный нами вопрос на обсуждение на круглом столе. Вот хотелось бы узнать, кто именно из Совета Общественной Палаты голосовал против этого вопроса? Вы не следственные органы. Чтобы я вам там отвечал и говорил, кто, чего и как. Мы не требуем, нет, просим. И просим. А я вам отвечаю на эту просьбу. Ничего я не собираюсь давать. Я вот отвечаю за себя. Потому что я могу, в отличие от вас, привести тысячи людей, которые почему скажут спасибо палате, что она решает эти проблемы. Представители общественности не хотят ответить народу, то есть общественности, которую они должны представлять, как они голосуют. Вы еще не народ. Совет отклонил вот ваш вопрос, потому что это разговор ни о чем. Мы все за то, чтобы, извините меня, мероприятия проходили согласно законодательству, чтобы они проходили мирно, чтобы люди могли высказывать свою позицию. Мы против коррупции. Подписывайтесь на открытый канал. Еще больше новостей на fnvolga.ru. Мы не боимся говорить правду.